Цитетту. Привет, с тобой Родригес. Что общего между яичницей, катаной и девушкой-креветкой? Ничего, ответит кто-то и будет неправ. Всем этим вещам нашлось место в Killer is Dead, ураганной игре гениального дизайнера Suda51. Что в ней такого особенного, узнаешь из моего обзора. Действующих лиц в игре немного, но они харизматичны и имеют определенную изюминку. Главный герой игры Мондо Заппа, стильный хладнокровный пижон, предпочитающий глазунью по утрам, которую ему готовит молодая и глупая ассистентка Мика. If you're gonna throw a tantrum, do it later. I've got work to do right now. Let's try harder next time. Она, кстати, всю игру находится бок о бок с главным героем, то и дело спасая ему жизнь. Mondo, Mondo, Mondo! Мондо – профессиональный убийца, который недавно устроился в Государственное бюро устранения, находящееся под управлением робо-негра Брайана. Брайан, в свою очередь, только и делает то, что стильно курит сигары и шутит. Machines are a man's romance. Ain't that right? Компанию им составляет привлекательная красотка Вивьен. Она работает в бюро то ли в роли бухгалтера, то ли в роли куратора. Я так и не понял этот момент до конца, но одно я понял точно. Вивьен интересует только деньги. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Vivian, why don't you just calculate the expenses at the end? Chief, not again. Хотя спустя пару миссий ты поймешь, что она и сама не прочь замарать руки. I can lend a hand. Поначалу кажется, что банальные завязки не придумать, и перед нами очередной третисортный слэшер. Но Суда-сан, как обычно, валит игрока на лопатки своим нетривиальным подходом. Игра выглядит чертовски стильно, начиная главным меню и заканчивая финальными титрами. Несмотря на набивший оскомину на тот момент селшейдинг, мягкая нуарная палитра и богатые спецэффекты делают свое дело. Игра необычайно красива. Общая скорость действия Killer is Dead смешивает свой впечатляющий коктейль из слэшера, битэмапа, кровавых добиваний, прокачки, мега крутых босс батлов, а также симулятора свиданий. Воу-воу-воу, полегче, куда ты так топишь, скажешь ты мне. Но все дело в том, что и в самой игре события складываются так же молниеносно. Стильный пролог, который вызывает массу вопросов. Вступление, которое на эти вопросы никак не отвечает. И все это усугубляется первым же крупным сюжетным заданием. По отлову таинственного монстра, вселяющего ужас соседей. И уже в этом задании творится просто лютый сюр. Пряничный домик, вращающиеся декорации, сбор пирожных и рыдающая хозяйка Элис, умоляющая спасти свою похищенную сестру Алису, которую, к слову, все же удастся обнаружить в застенках жилища. Босс-баттл с бабой-креветкой запоминается надолго. Такое количество дичи и черного юмора можно увидеть только в играх Суды. Буквально во всем видна рука маэстро. Дикая креативность присутствует везде, начиная от музыки в меню и загрузочных экранов, за которые отвечала Акира Ямаока. Также очень радует дизайн локаций, боссов и открывающих каждое задание роликов. Финальный результат действительно впечатляет.
И самое главное, что несмотря на всю кривость и скудность бюджета, которая порой действительно режет глаз, в Killer's Dead хочется играть снова и снова. Я верю, что если команде Суды дать столько же бабла, сколько вбухано в Mass Effect Andromeda, он вывалит нам столько лютейшей годноты, сколько биоварским пидорам не снилось и в самых влажных снах. I agree. Тут есть все, за что я люблю его игры. Гротеск, сюрреализм, насилие и секс. Собственно, нарочито дичевое первое задание – это такой своеобразный режиссерский твист, чтобы сразу понять, ваша эта игра или нет. Ведь по сути мы имеем довольно-таки средний битэмап с небольшими вкраплениями слэшерной механики. Декорации, несмотря на свою стильность, во многом выглядят устаревшими, а вариаций врагов до жути мало. Зато в конце каждого заказа тебя будет ждать эпичнейший и крышесносный босс-баттл, который способен взорвать твой мозг. А вообще, сама игра довольно скомканно подается тебе в виде карты заданий, среди которых есть и большие сюжетные миссии, так и небольшие мини-работенки, для того, чтобы заработать денег и прокачаться, потому что за удачное завершение каждого задания нам платят деньги, на которые можно купить кристаллы, а на кристаллы можно покупать новые приемы и способности для Мондо, а также всевозможные улучшения. Все довольно стандартно. Кроме одного, в магазине еще продается нижнее белье и подарки, но о них чуть позже. Прокачка, кстати, играет очень важную роль, и без нее определенные моменты игры просто кажутся непроходимыми. Сложность тут тоже, кстати, очень сильно варьируется от задания к заданию. Приведу небольшой пример. Босс в задании на Луне. Сам уровень довольно просто проходится реально за 5 минут, но вот этот босс — это что-то с чем-то. Дело в том, что все хп босса сбивается элементарно обычными контратаками, а вот QTE, которое припасено в конце, для меня было просто за гранью возможности выполнения, несмотря на простецкое пресс-квадрат на экране, нажимать этот квадрат мне предлагалось с какой-то гиперскоростью, на которую я явно не был способен. Мои пальцы реально сводило через 10 секунд таких нажиманий, а продержаться предлагали секунд 20-30. Я, конечно, понимаю, что Killer's Dead в основном для азиатских задротов, выбивших платину во всех Сониках, но стоит ли говорить, что в босс-баттле эта мини-игра используется не один раз? Или вот еще одно любимое развлечение маэстро Суды – турели. Оно встречается почти в каждой его игре, и везде оно одинаково кривое. Но несмотря на все эти огрехи, Killer's Dead великолепен, я буквально рыдал, проходя задание в России, суть которого проста: убить подлежащую утилизации паровозик по имени Томми, который ожил, сбежал и мчится на Москву. Теперь лишь Мондо под силу остановить чугунную машину смерти. Сама миссия и брифинги, конечно же, не обошлись без разговоров о русской кухне. А также душераздирающей сцене, в которой кибернегр Брайан в гавайской рубашке рассыпается на части под колесами паровоза во время русской метели. Механика боев тут тоже довольно проста. Есть всего два типа ударов, а также уворот, освоив который даже высокая сложность будет вполне терпимой, потому что во время уворота включается эффектное слоумо, превращающее Killer's Dead в стильное ураганное рубилово. Собственно, эти два типа ударов и делают игру гибридом слэшера и битэмапа, потому что удары мечом хоть и сильные, но не могут пробить блок, а удары рукой хоть и пробивают блок, но снимают очень мало хп, и поэтому всю игру
нужно чередовать оба стиля. А когда же над врагом загорается кнопка добивания, его можно прикончить, применив деление шкалы крови, причем сами добивания тоже делятся на разные типы. Некоторые дают больше кристаллов, другие же дают больше хп или крови. Кровь, кстати, используется не только для добиваний, но и для излечения монда. Только не забудьте прокачать перед этим специальный скилл. Чтобы простая боевка не надоедала, создатели припасли нам еще пару сюрпризов, которые, впрочем, доставляют очень сильную попоболь на высокой сложности, даже несмотря на прокачку. Ну а теперь время десерта. Помнишь, я говорил, что расскажу позже, зачем нужны все эти подарки и белье? Так вот, еще одной немаловажной особенностью Killer's Dead является встроенный симулятор свиданий. И сразу скажу, что это был мой первый раз. Я знаю, о чем ты подумал, но я имел в виду игру в симулятор свидания, а не сами свидания. Тут-то я сам кого хочешь научу. Don't you wanna know more about me? Ну а для тебя, друг мой, это хорошая возможность сходить хоть на какое-то свидание. По ходу сюжета нам встретятся самые разные девушки, с которыми Мондо сможет пообщаться. Причем вы сами выбираете, с кем хотите увидеться, и свидания с каждой девушкой обставлены по-своему. На самом свидании нужно пялиться на собеседницу, заполняя индикатор вожделения. И достигнув определенного порога желания, ты сможешь подарить ей подарок. Она говорит, что мечтает о том колье с бриллиантом, которое видела в магазине, а ты даришь ей заботливо купленную заранее жвачку. Все как в жизни. Она радуется, а ты на шаг двигаешься ближе к ее, ну ты понял. Скажу сразу, я не поклонник такого рода развлечений, но поверь мне, тут есть на что посмотреть. Особенно после того, как тебе перепадет от пассии, ведь успешное завершение свиданий ведет к появлению в магазине особенных нарядов, в которых роскошные виртуальные женские тела выглядят еще роскошней. Я прошел все эти свидания, но конечно же с чисто практической целью, получение определенных бонусов, которые дают тебе лояльные пассии, а не ради того, о чем ты подумал. Where are you looking? Кстати, свидания с обворожительной Скарлетт кардинально отличаются от встреч с другими девушками, но это совсем другая история. О Killer's Dead можно еще много чего рассказывать, но я хочу, чтобы ты сам все понял и увидел. Подводя итог, скажу лишь, что это один из тех примеров, когда авторская подача вытаскивает проект с того болота, в которое его загнали скудный бюджет и технические огрехи. Killer's Dead — это та игра, в которую стоит хотя бы попробовать поиграть. Суда, как обычно, показал всем, кто тут папка, и сделал шедевр из говна и палок. И на этом мое видео подходит к концу. Спасибо тебе за просмотр и за то, что ты подписан на этот канал. А если ты не подписан, подпишись и отмотай это видео на 7 секунд назад. С тобой был Родригес. Увидимся онлайн. Пока. Killer is dead. Where is that? Is it far from here? Huh? Is it close by? Is it hot? What should I wear? Okay, how are we gonna get there? Are we gonna fly? Are we gonna walk? Huh? Сразу скажу, что это мой первый раз. Да, я знаю, о чем ты подумал, но я имел игру...